Ребята, всем привет! Пришел ко мне монопот из Китая. Второй раз я его уже заказываю, потому что два предыдущих уже продал. Итак, поехали! Ого-го! Ничего, нам все это не помешает открыть руками. А что ж ты делаешь? Опа! Так, все этот срач отодвигаем в сторону и открываем наши моноподики, два штуки. Заказывал я их на сайте AliExpress. Добрались они ко мне за 14 дней. Стоит $4.20. Ссылку на этот товар я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Раз. И два. Так, в чем недостаток этих моноподов? Я обнаружил. Они действительно рабочие, но работают не на всех гаджетов, очень даже не на всех. Смотрим, длина примерно метр-полтора, кнопка клацает, все работает. Это у нас голова крутится, можно регулировать это дело. У нас тоже все закручивается. Да, это у нас резиночка. Вставляем телефон, зажимаем его, и он крепится. Ну, я думаю, вы знаете, каким пользоваться. И высовываем. Так, что тут у нас? Сейчас проверим, все ли здесь ровно, ничего ли не сломано. Так, 6 звеньев. Ну, таких, знаете, как на удочке. Все это смотали. И в чем фишка, ребятки? С этих моноподов я еще вернул деньги. Поднял спор и вернул деньги. Сейчас я вам покажу несколько приколов. Так, так, смотрим. Ну вот, к примеру. Один из приколов, это за который можно поднять спор, это вот эта вот губка. Видите, как она прикреплена? Поролончик такой, как он? Он просто криво приклеенный, просто криво. Смотрите, даже за такой маленький косячок уже можно поднять спор. Здесь и здесь. Вот. Можете сами видеть, что криво наклеено, поэтому тоже хороший способ вернуть деньги. Так, второй смотрим. К примеру, эти... не клацается. Я-то понимаю, что можно это все дело переместить и начнет клацаться. Но почему я должен делать работу за китайца? Все работает, все четко. Все отлично. И еще, эти моноподы работают на таких телефонах, как Apple, ну то есть iPhone. Проверял на iPhone работает, проверял на LG тоже работает, проверял на Samsung тоже работает. Fly, Lenovo почему-то не работает. Здесь все просто. 3,5 разъем вставляем в телефон, а в iPhone, например, нажимаем кнопочку, ну, заходим, естественно, в камеру, нажимаем кнопку, и все работает. Так что вот такие вот, ребята, у нас плюсы и минусы. За что поднять спор, я вам уже сказал, стоит $4.20. Заказывал с сайта AliExpress, добрался ко мне за 15 дней, бесплатная почта Китая. Все, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Покупайте этот товар, можете купить и перепродать в своем городе. Посмотрите, сколько цены, и можете немножко себе заработать. Все, ребятки, спасибо за внимание. Надеюсь, этот видос был для вас полезным. И всем до скорого.